Добрый день, вашему вниманию обувь Германия Сток. Начнем мы с вами вот с таких вот розовых кед. Они полностью тряпичные. Подошва, ну, хорошо гнется. Здесь резина, прорезиненные получаются. А размер 37, 39, 38 и 40. Четыре пары получается. Вот такие вот кожаные сабо на каблуке. Очень красивые, бежевого такого цвета. Размер 40. Три пары 40-го размера. Такие балетки кап. Размер. Так. Размер 41. Они одни у нас. Вот такие вот тапочки 38-го размера. В таком цвете в одном экземпляре. Балетки 36 размер, они такие мягкие, как под замшу идут, такие вот. Тоже единственный размер. Кеды высокие, полностью тряпичные, прорезиненные, 38 размер и 38 размер. Две пары 38 размера. Так, вот такие вот туфли. Фуксия цвет. Размер 38. Очень высокий каблук. То есть такие сочные. Так, тапочки 38 размера уже в другом цвете. Они такие тряпичные, но кажется, что как под кожу. Здесь получается так вот прошиты хорошо. Размер 38. Еще одна пара. Тоже 38 размера. Летние, хорошие. Кап. Такие вот тоже тапочки. Прорезиненные. Размер 41. Есть дырочки, то есть они дышат хорошо. Вот такие тоже кап тапочки. 41 размер. Тоже тапочки очень легкие, тряпичные, резиновая подошва. Есть в 40 размере. Еще одна пара 40 размера. Получается две пары 40 размера. Посмотрите, какие кеды есть. Очень яркие, тоже на лето самое то. 40 размер, они полностью тряпичные, прорезиненные, вот резиновая подошва. Также еще есть в одном 40 размере. Очень такие яркие, красивые. 41 размер, тряпичные тоже тапочки, такие летние, дышащие. Вот такие есть, синего цвета. Здесь у нас размерчик не указан, но я думаю, что размер 40-41. Кеды высокие. 37 размере. Полностью тряпичные и прорезиненные. Вот такие тапочки голубого цвета, 41 размере. Тоже очень такие мягкие. Посмотрите, как они прям вообще гнутся хорошо. Дышащие. Кеды. Тряпичные полностью.
тоже легкие, подошва прям вообще отличные, мягкие. В 38 размере. Еще один 38 размер. И здесь у нас получается три пары 38 размера. И вот красивые, яркие. Так, и что у нас еще здесь? Еще одни тапочки. Тоже размерчик 40. Тряпичные, прям вообще легонькие на лето. Ну, самое то. Посмотрите, какие у нас еще есть на каблучке. Туфельки. Получается, вот такие вот красивые под замшу 39 размера Марк & Спенсер ботильончики. Сзади замочек, шнуровочка. Ну, прям очень красивые. Они у нас в одном размере. Тоже очень красивые под замшу. Каблучок высокий. Носик острый. В 38 размере здесь замочки имеются. Красивые ботильончики. Босоножки. То есть вокруг ножки вот так вот обвязываются бретельки. 38 размера. Подошва у них вот такая коричневая под дерево. Каблучок средний. Летние очень. Так, получается, туфельки вот такие вот. У них платформа 40 размера. Тоже очень мягкие, удобные. И вот такие вот туфельки. 37 размер. Тоже замшевые. Каблучок у них средний тоже. Небольшой. И не маленький. Получается, в 37 размере 5 пар в 37 размере, 3 пары в 38, 2 пары в 39 и 3 пары в 40 размере. Вот такие вот туфельки. Также у нас есть резиновые сапожки. Внутри такие они с начесом, то есть теплые очень. Это у нас 36 размер, здесь 26 размер, так, и здесь у нас 34 размер. Все утепленные. Спасибо за внимание, подробная информация в ссылке под описанием.